лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Ольга Максимова, композитор, инструменталист, арфистка. Здравствуйте, дорогие зрители! Оля, я был очарован, можно сказать, звуками, которые вы издаете на этом инструменте. Вы человек верующий, да? Да. Как вы к вере пришли? Ну вот, не знаю, даже как-то трудно сказать. Да, вы говорили, вот. Что у вас педагог. Ну, педагог, наверное, когда я, конечно, да, в детстве у меня был педагог, замечательный мой Антония Яковлевна Курканова. Но она со мной, в общем-то, с 7 лет, наверное, я с 7 лет занимаюсь музыкой, на арфе играю, вот. И, ну, там, когда я была не очень в большом возрасте, лет 10-12, она меня... звала в храмы исповедоваться, причащаться. Я не очень понимала, что, почему я это делаю, для чего я должна это делать, но все равно какие-то вот такие... Ну, меня, моей души это явно касалось. Я потом уже там... Это для меня было тяжело, на самом деле. Вот первый раз, я помню, как я первый раз прямо исповедовалась, это было действительно сложно физически выстоять. То есть у меня прям что-то вот происходило со мной, какие-то трансформации, видимо. И это, конечно... Ну и потом я понимала, что да, это что-то такое серьезное и очень интересное. А сейчас как-то вот вера православная влияет на ваше творчество?
ну, одухотворяет вас? Как это происходит? Навевает, вот как раз тема Николая Чудотворца, да? Ну, да, конечно. Это, ну, меня вдохновляют рассказы о святых людях очень сильно. Мне кажется, ну, есть к чему стремиться, к чему, куда расти всегда. Звуки арфы так приятно. Гармоничные, да? И они как-то отражают мироздание, что ли? Ну, возможно. Я как бы, ну, не вот очень... На что не похож звук арфы для вас? Что это для вас, такие вот звуки? Вы же в них купаетесь буквально, да? Да, мне кажется, все звуки прекрасные все-таки. Я как-то... Мне кажется, это вообще творчество, это... Ну, как вот, музыка, она не то чтобы моя даже, а это скорее что-то такое, что вот сверху именно приходит, дается таким, да, даром. Угу, просто, да, ее действительно, да, может быть, услышать надо. И... Ну, вот как бы мы как проводники такие служим, музыканты именно. Тут нашего мало. Ну, и, конечно, что-то есть, да, когда ты именно воплотить, чтобы это... Нужно же какой-то труд приложить. Ну, да, конечно. Вот. А вообще, в принципе, сама вот эта вот суть, она, наверное, не совсем от нас. Так же, как и поэты, они, мне кажется, это такие вот пророки. Получается так, что... Человек-проводник, как вы говорите. Да. А, и проводник должен быть тоже чистый сам. Ну, если человек загрязнен грехами, как это совмещать прекрасное? А вот арфа, она страстный инструмент или бесстрастный? Вот, допустим, скрипка – это страстный инструмент. Она передает какие-то движения души человеческие. Вспомним даже такое, цыганские какие-то вещи. Ну, Паганини вспомним. Много очень страсти передается. Какое-то волнение постоянно. Мне кажется, все равно зависит от человека, наверное, который играет на этом инструменте. Что больше. Он передает, да, свое... Вот трудно... Нет, композитора тоже, конечно. Ну да. А что вы имеете в виду? Страстный? Да что? Ну, неразделенная любовь, там, ты пришла, я ушел. Ну это у меня есть такое точно, но я стараюсь от этого от всего как можно больше отказываться и писать какие-то более, ну, да, вот море, другие, да, темы. Море, ну да, это... ну то есть о любви к Богу все-таки мне больше хочется писать, чем о... Ну я уже переросла на этот момент просто. Вот когда там несколько лет назад, я в принципе не так давно пишу музыку, mm-hmm. вот так вот прям серьезно, mm-hmm. чтобы вот этим, только этим заниматься и все. Это несколько лет, где-то 4 года. И вот 4 года назад все это началось, конечно, с неразделенной любви. Ну, какой-то такой. Вот порыв, это да. То, что меня двигало. Импульс. Вообще любовь, в принципе. О любви мужчины и женщины. А вот сейчас уже все это пришло о любви к Богу больше. И это то, что... Ну, эта тема, она неисчерпаема, мне кажется. Просто это то, о чем стоит писать намного больше, чем о любви. Там все понятно. Да, это все уже написано. Да, да. Вы петербурженка? Да. Любите Петербург? Люблю, конечно. Сейчас у нас белые ночи в нашем городе. Прекрасное состояние. Наверное, вы не спите, да, ночами? Ну, почему? Стараетесь. Да нет, я стараюсь спать. Да? Да. Но иногда не получается. Очень трудно спится. Ну да, широко закрытыми глазами, да? У вас следующая композиция, я знаю, «Белые ночи». Да, называется «Белые». Не могли бы с нами поделиться этой композицией? Конечно. Это ваши ощущения, да, «Белые ночи»? Ну, это вообще, это не то, чтобы «Белые ночи», скорее «Белая ночь». «Белая ночь». Это об одной ночи и о том, о переосмыслении чего-то. Вот, то есть эта композиция, она не совсем о белых ночах, и это скорее о том, как человек что-то переосмыслил в своей жизни. То есть вы посмотрели на небо, и у вас зародилось какое-то... Вы быстренько подбежали к арфе и начали что-то играть. И ну, получилось, почти, да? Да, что-то вроде того. Ну, пожалуйста, продемонстрируйте. Хорошо. Нам. Thank you.
Прости, Господи. Видно, что все-таки эмоции там у вас. Ну да, конечно, это преобладали. Это эмоционально, да. Ну вот, я и говорю, что это... Как, да, как подойдешь, да, можно? Ну, уже просто с годами время как-то проходит после рождения композиции, и начинаешь переосмысливать вообще, для чего это все было. То есть вот это просто что-то произошло. Это какое-то история, событие, да? На самом деле, да. И которое вот, ну, как-то вот я пришла просто после, грубо говоря, какой-то белой ночи, которая была, и сыграла это вот все практически. Там даже... Ну, я мало что там добавила буквально. Ну, то есть все равно композицию просто так она вот в какой-то момент рождается, а ты ее потом дорабатываешь, там доделаешь какие-то кусочки. И вот эта композиция, она, конечно, практически целиком прям вылилась просто, и все. И это, ну, вот это прям какое-то очищение было. Откровение, да? Ну, да. Катарсис, может, как, ну, да, как говорят. Что-то типа того. Ну да, это, можно сказать, этапная, да, жизненная. Ну да, и потом уже как бы смотришь, сначала это, ну, какое-то такое чувство вызывает там эта композиция. Вот так вот она с годами, эти чувства, они немного меняются, и отношение к этой музыке меняется, и осознание того, что произошло, тоже почему-то у меня меняется. У меня, знаете, как было, у меня было 14 лет, я шел просто по улице в деревне, и ночью. Где-то в августе месяце. Звездное небо, тишина, деревья, и вот дорога, и я иду к дому. И вдруг у меня открылось какое-то, как парашют открылось, такое ощущение. Бах! И я увидел бесконечность, звездное небо, и из меня полились стихи, вот прямо вот музыка полилась, вот что-то со мной такое произошло. Мне было лет 14, наверное. Что такое потрясающее. Я понял, что вот как-то я... ощутил все мироздание, все понял, и как бы в этом мироздании я прям хоть улетаю куда-нибудь. Я тогда еще ничего не боялся, вот. Ну, духовно, душевно ничего не боялся, и для меня это было прекрасное состояние. И я начал писать с этого момента стихи и музыку, с этого момента. Что произошло? Видимо, Господь как-то талант посылает или что-то вот. Да, может быть. Потом мы его зарываем и противимся ему, что-то сами по-своему делаем. Господь нас призывает. Он призывает нас воспеть этот мир. Как бы... Это прекрасно. Как говорит наш классик, красота спасет мир. Красота с большой буквы, да? Господь это красота. И мы, наше призвание вот, воспевать красоту этого мира. И замечать эти моменты, когда может что-то родиться, и это фиксировать обязательно, как вот у вас это произошло. Я сочинил новую песню, еще слова не выучил, хочу вам тоже поделиться. Давайте. По сравнению с арфой у меня меньше струн, чуть поменьше, и я не так быстро перебираю пальцами. Зато могу тоже разогнаться. Песни. Она называется «Песня. Рождается новая песня». И тут же есть «Рождаются новые звуки». Ну, в тексте песни. Рождается новая песня, и сердце о главном поет, о том, что мы вместе воскреснем, о том, что никто не умрет. Рождаются новые звуки, так было 2000 раз, и будут веселые внуки печально молиться о нас. О том, как неправильно жили, стараясь прощать и любить, и рвали последние жилы за новые этажи. Вот так и рождается песня, вот так и рождается звук. О том, что мы вместе воскреснем из этих спасительных мук.
Вы никогда не хотели добавить слово? Ну как вот же? Сейчас у меня новое... Ну, я вообще-то постоянно экспериментирую. Я это хочу... же сильно, да, получается, когда сильно, звук... Слово, а еще бы слова, добавить... Да, это очень важно, я понимаю. Ну вот сейчас у меня новый проект, последний, и там у меня как раз вокалистка и электронщик. Вообще для меня мечта моей жизни была, вот я с 7 лет играю на арфе, и я всегда знала, что я хочу именно арфу в современности. Угу. Как бы арфа — такой стереотип у людей, что арфа — это... Архаичное что-то. Да, да, такое вот все. Только в Мариинском театре ты ее услышишь, как она делает блум, и да. Все, и больше. Какие-то никаких... волны изображают. Да, 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 это все. Садко, да? Это максимально, что у простого среднестатического человека, как бы представление об арфе такое вот. И когда я начинаю играть, люди немножко так удивляются. Как бы они, ну, многие говорят мне, что они не ожидали, что такое можно сыграть на арфе. И сейчас я из детства я мечтаю, все-таки я, ну, электронная музыка мне близка достаточно. Я думаю, что за этим... Ну, это уже такое наше будущее. Все равно вот как бы есть акустические инструменты. Они, конечно, всегда будут, но все равно вот электроника, она как-то... Это такой прогресс. И там, когда новый огромное звук, количество звуков, да, новое создание. Да, это просто, когда человек сидит и придумывает какой-то новый звук, это, конечно, интересно. Я просто сама в этом процессе периодически участвую, но я понимаю, как это все происходит, и это сильно, мне кажется. Если бы Бетховену такое дали, я думаю, он бы ух, насочинял. Обложился синтезаторами, да, наверное. Да, да, потому что там столько звуков. Да, конечно. Можно же изображать звуки моря, ну, да, да. Сэмплированные там... Угу. Все, ну, симфонический угодно, оркестр здесь... Это вот как раз такая бесконечность, безграничная. Мне вот... К вам вопрос тоже возник такой. Вот когда звучит арфа, мне немножко становится даже страшно. Звуки уносят куда-то. Вот. Я понимаю, что вот сейчас вы в данный момент заняты техникой, да? Как бы там все эти ноты сыграть, чтобы они там мелодию провести, там где-то аккомпанемент, здесь бас, здесь все, чтобы все ровно прозвучало. А вот это погружение... У вас вот следующее произведение называется «Вселенная». Как вы это переживаете? Это же надо иметь психику определенную, чтобы Вселенную ощутить и ее еще передать в звуках. Ну вот как у вас вот было, вы рассказали, что вот вы как-то почувствовали. Да. Вот я тоже так как-то почувствовала. У вас нет страха перед бесконечностью, вечностью? Нет. Это как молитва, да? Состояние. Ну да. Да, это скорее... То есть это молитва в звуках, да? Ну вот если... уместно... Она бодрая молитва? Говорит на такие бодрая? Темы. Или вы там куда-то улетаете? Или она бодрая все-таки вы? О чем-то? Просить? Нет, бодрое состояние внутреннее. Ну бодрое, вот, конечно, да, это бодрое, не, да. Не расползаетесь там? Нет, ну как вообще, в принципе... Даже трудно, я не знаю, меня сейчас врасплох какой-то застали, я об этом не думала никогда. Да, вот у меня такая передача, я должен застать врасплох, потому что мы говорим о душе, о творчестве. Для меня это очень важно, я тоже хочу это понять, как в людях происходит. Так во мне происходит. Я просто испытывал клиническую смерть, и мне там было страшно. Кому-то кто-то попадает в рай и потом стремится, а кто-то попадает в не очень хорошие места – и тому становится страшно, потому что мы же грешные люди. Меня один раз держали за ноги с балкона, с 5-го этажа. Вот я тогда тоже умерла практически сознанием своим, потому что, ну, я поняла, что если меня сейчас человек отпустит, то я как бы упаду и умру. Ну, и я в этот момент умерла. Но я расслабилась как бы, и, в общем-то, мне было нормально. Ну, так мне хорошо от этого стало, да. Интересный случай. Ну, в это состояние не пытались музыки зафиксировать? Или, ну, это все-таки влияет, да, вот память об этом состоянии? Ну, как бы, я просто перестала бояться смерти в какой-то момент. Вот. Ну, то есть у меня нет этого страха, и все. Ну, вот правильно, у православного так и должно быть. Но вы исполните вот все-таки Вселенную, да. С удовольствием исполню. А вот что навеяло? А там, кстати, да, вот очень хорошая, на самом деле, история про Вселенную. Вообще эта композиция, она... Вот когда был конец света, очень прям все говорили о нем везде. Это меня пугало, я переживала из-за этого. Все-таки вы боялись. Не, я переживала не, как бы, не потому, что умереть, а вот потому, что люди не родятся. То есть мне очень было обидно от того, что другие люди не смогут родиться. И, ну, как бы, как так все это кончится? Почему...
мне не хотелось, чтобы это так, как бы мне хотелось, чтобы это все продолжалось. И там есть такая середина, это колыбель на неродившимся детям. Ну, вот. В этой, да, вселенной? Угу. Господи, помилуй. Вот, ну, в общем, вот так. Ну, вы как человек-то переживали, она как верующий человек, мы не должны были в это верить-то. Так я и не верила особо, но все равно просто очень много было разговоров таких. У меня даже друзья хотели уехать вообще. А куда уехать-то от конца света? Ну, вот говорили, что надо уезжать в середину России, что это все будет. Ну, то есть прям вообще такое что-то было. Ну, ладно, давайте вселенную посмотрим. Послушаем. Спасибо, Господи. А у вас какая-то там педаль должна была быть? Да я что-то... Просто мне неудобно ее, если честно, использовать. Вы о нее забыли, да? Не, я не забыла, мне просто неудобно. Электронная педаль, да? Ну, вообще, а там да. Всякие эффекты, да? А ну, вот да, сейчас когда я она играю... не записывается, нет, эти эффекты? Не, ну я сейчас решила просто в акустике вам поиграть, особенно, да, ага. Просто без эффектов. Просто мы говорили об электронике. Ну, как вы вот... Это что, это мешает, помогает, да? Образ создавать. Ну, конечно, помогает. Вселенную, если что-то такое носили, звуки как-то куда-то перемещались. Я могу переиграть. А почему вы переиграть? Можно? Да не надо. Мы уже на следующей передаче. Хорошо. Так мы встретимся. Посмотрим, как будет реакция зрителей. Ладно. Если они затребуют, то вы придете уже с большой педалью. Я могу прийти с оркестром еще своим. Да? Ну, конечно, с вокалисткой, например. Я думаю, это будет интересно. У нас сейчас тоже такие... Ну, проекты, да? И тексты мы хотим туда добавить такие тоже. Все равно все музыканты, мне кажется, они верят в Бога очень сильно. И эта тема, она самая близкая, наверное, к музыке. И любые средства, даже современные, да, они тоже помогают этому, ну, наоборот. Может они... быть, какие-то... Ну, может быть, не все об этом задумываются, музыканты. Mm-hmm. И как бы музыкой, наверное, можно как... прям поднять и наоборот что-то сделать. Там вот эта вся прям совсем клубная индустрия, да, она, возможно,
немного разрушает. Я не хочу, конечно, об этом прям тоже так говорить, но вот я знаю, мой вот электронщик, с которым мы сейчас работаем, он говорит, что он очень много времени работал в клубах и вот прям чувствовал, что он что-то не то делает. И сейчас он прям вот развернулся, и со мной он хочет вот именно созидательную такую энергию нести людям. И он, ну, все, вот он тексты пишет к своим песням, прямо это получается. И там такие, ну, тоже о Боге, в принципе. В смысле, серьезные, да, уже? Да, серьезные. Ну, он взрослеет, видимо. Да, он на самом деле очень молодой, ему всего 22 года. Да, молодец. Тоже, ну, теперь будем, думаю, будем дружить. Вы участвовали однажды вот в моей творческой мастерской в театре «Странник». И это произвело впечатление на людей. Здорово, я с удовольствием поучаствую. Еще приглашайте. Приведу вам своих друзей, еще вокалистов. На этом наша передача заканчивается. С нами была Ольга Максимова, композитор, инструменталист, орфистка. Божья всем помощь. До свидания, до новых встреч. И ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях.